Сегодня Кабинет министров Чувашии установил величину прожиточного минимума. По итогам третьего квартала его размер составил 9 285 рублей. Этот показатель отражается на социальных выплатах. По данным Министерства труда республики, прожиточный минимум уменьшился на 253 рубля. Это снижение ведомстве называют сезонным. В третьем квартале сократились расходы на продукты, входящие в состав потребительской корзины. Потребительская корзина состоит из 42 наименований продуктов питания. По социально-демографическим группам величина прожиточного минимума составила 9 875 рублей для трудоспособного населения, для пенсионеров 7 576 рублей, для детей 9 254 рубля. Самое большое снижение произошло у нас, если сравнивать субъекты Приволжского федерального округа, это Республика Мариэл, минус 352, Нижегородская область, минус 288, самые низкие, это Самара и Татарстан.